Какое у вас сегодня настроение, кстати, покажите. Нам, давайте, рубрика постоянно будет, покажите. Вот иногда может быть так. Покажи. Да, вендетта. Я когда с Костей встречаюсь, у меня вот такое вот настроение. Ну, в общем, вот будьте таким, как Арарат Кещян, если это он. Нет, это не он. Привет всем на просторах Ютуба, дорогие друзья. Comment Social, новый выпуск. Никита, Гена, Турбо, все здесь. И мы начнем сегодня новый выпуск сразу с важной информацией. Сегодня у нас эксклюзивный выпуск, мы выходим без гостя. Прекрасная была Полина Лысенко, Ксюх Попов была, да. Стас Меркес. Им огромное спасибо. Надо сделать небольшую паузу, перезагрузочку, заехать, так скажем, на пит-стоп. Поэтому пока мы без гостя, и выпуск у нас сегодня будет чуть-чуть подсокращен. Но мы продолжим обсуждать ярко, фестивально, с юмором, как мы умеем, да, Никит? Там все заржали. Мне смеяться нельзя, как ты помнишь. Вот, кстати, я не смотрю ни Comment Show, ни Comment Life, ни другие выпуски. Я смотрю Comment Social и понимаю, смеяться мне нельзя. Ну, или походить к психологу, чтобы он как-то поработал. А мы можем накладывать какой-то другой смех вместо моего, кстати. Давайте Аршавинский. Ты можешь смеяться. Мне очень приятно, когда ты ржешь. Я тоже обожаю, правда. Слушай, а у тебя была такая история, что ты свой голос, когда слышал, он тебе не нравился? Ну, да, в самом начале. И сейчас, когда идут какие-то архивные повторы чисто случайно на канале Матч Премьер, я думаю, что это за писклявый мудила? Сейчас у меня с возрастом голос чуть-чуть выработался и стал грубее. Это правда. Да, и, кстати, знаешь, почему сравнил? Я смотрел «Давай поженимся с тобой», у тебя там совершенно другой голос. Да, ты был «Давай поженимся». Да. Вот здесь я не согласен с Наташей в плане того, что если он один раз... Я был дважды мы с моим другом Денисом, меня звали как главного героя, но я сказал, что я как главный герой не готов пойти, поэтому у меня есть кандидат, который готов, а я буду его другом. А по факту это перепало в итоге или нет? Ему? Да. Нет. Я еще был тогда не женат, перепало мне. Российские клубы продолжают подготовку к весенней части российской премьер-лиги, к рестарту Кубка России, уже стадия плей-офф. Не забываем, что в феврале нас ждут первые матчи. А в феврале, в начале февраля, нас ждет мега-турнир. Первый зимний винлайн-кубок РПЛ. Южные клубы решили пригласить к себе в гости московский «Спартак». Так это можно сказать. Дерби Краснодарского края нас ждет. Краснодар против Сочи. Великолепная команда Валерия Карпина «Ростов». Потрясающий «Спартак» Гильермо Абаскаля. В общем, все это увидите в феврале. Первый винлайн-зимний кубок в феврале. И в приложении винлайн, конечно, можно все это будет смотреть в прямом эфире. Кто будет комментировать? Я и комментатор финала чемпионата мира. Приятно. Тот самый Душнятин. Первый видосик, который мы собираемся посмотреть, он, разумеется, связан с футболом. Мы победили, но есть нюанс. Так называется. Поцелуй меня, я ирландская камера. Играет Детройт. А, ну целуется что. А, подожди, вот так, ну. Сейчас, блядь, они камеру нахуй поставят на нас. Нет, подожди. Нет, сейчас. Мы сейчас победили, но есть нюанс. А, сейчас мужики. Поздравляю, вы выиграли. Это топ. Ты понял? Ну, немного. Да ты вообще... Как ты играл в футбол? Как ты играл в футбол? Короче говоря, смотри. Сидит девушка, сидит парень вот в этот, в рубашке. Да это не ее парень, между ними было свободное место. А, он сел просто. Да, и когда их показали, парень с ней поцеловался, и а этот, видимо, уходил в туалет. Лишний повод напомнить, что не уходите при счете 2-0 с матча чемпионата мира, не уходите в туалет, когда вы на баскетболе или хоккее. Понял, да? То есть он поцеловался с чужой девушкой. Целовался с чужой девушкой? Лиз. Чужая девушка целовалась с тобой? Все свои были. Пятерочку даешь, да? Она уже твоя. Кость, откуда вот это все у тебя, блядь? Почему так? Так, блин, я, может быть, пятерочку бубей, червей там. Вы в карты играли? А вот запретный плод, сладок, вот да это хрень нет? Какая-то. Нет? Да нет. Не было такого. Столько много. Но не тянуло тебя никогда на пацанов. На что-то запретное. Кость, меня на тебя только тянет.
И мне, для меня всегда это было, например, запрет, ну, табу. Табу. Есть история одна, когда я согласен, табу надо нарушить. Важно. Это про любовь. Внимание. Это про любовь. Когда ты реально понимаешь, что человек ты любишь, влюбился вот безумно, без него жить не можешь, тогда вопроса нет. Я когда я играл в Латвии, это был 97-й год, мне, значит, 19 лет, я получал 560 лат. Машин? А? Машин? 560 лат. Машин? Ну, не лад, лад, да. Ну, лад, ну, ты, да. Это город Вентспилс. Он располагается в двух частях. Есть Вента и Парвента. То есть Вента и за Вентой город, ну, достаточно богатый. Население города было 1:7. Едем. 1:7 на одного парня приходилось 7 красавиц в Вентспилс. И ты представляешь, 560 лат, это было $1000. И ты оттуда уехал. Меня выгнали. Дальше. Футбол с тенью. Когда один в поле воин. Давай, в воде. Чем-то напоминает комментарий Черданцева, когда он с балкона комментировал. Блять, по ногам сзади ударили. Вставай, ты мужик, вставай. Это папа с балкона комментирует. Так, вон там судья смотрит ВАР. Вообще не. Хорошо. Реализуй штрафной. С ударочка. Хорош! И побежал радоваться. Хорош! Есть! Да, бро, ты это сделал. Ну, очень милое видео. Ну, супер. Да, милое видео. Причем с той стороны и с этой стороны. А раньше, в основном, как была такая... там, квадратная, огороженная, даже не огороженная, горюха. Горюха? У меня, знаешь, как было? Ну, камешки. У меня просто земля была, и ворота были деревья. То есть, как ты представляешь, что вот два дерева, и там где-то примерно два дерева, и вот это ворота были. У меня, кстати, вот когда я рос... ты видел там в кратере в детском кто-то возился? Ну, это не кратер. Какой, блин, кратер? В детском, я имею в виду. Да это для скейтборда. Да это я понял, я его так назвал. Детский кратер. Кость, я его так назвал, понятно, что это для скейтборда. Я в районе Яснево вырос, в Москве. Это на юго-западе. И у нас была такая история. То есть здесь школа, вот здесь школа. И между этими тремя школами вот так было футбольное поле. Гаревое футбольное поле с воротами, со всеми делами. Мы там сетку вешали. И вот со всех домов очень прикольно собирались ребята. Настоящие зарубы были. Прям вообще суперские. У нас следующее видео. Да, давай. Главный тренер РПЛ смотрит Кэше. Кэше — это коммент-шоу. Давай. Так что это креативная служба. Ну, самый креативный здесь Михаил. И... сегодня там какое-то коммент-шоу слушаю российское, там Слуцкий на этом там. И как всегда, Генич там говорит: я с Осинкиным больше не буду спорить. Я как с ним поспорю, он, говорит, остается без какого-то игрока. На четверых поспорили, вот, и четверо ушло. Но я не знаю, попросить больше песен не сочинять про наших футболистов. Но песня была красивая, да, и в том числе поэтому мы... Игорь Витальевич. Приятно, да? Приятно, да. Приятно, что смотришь. Я оценил твою работу. Хорошо, ну, в том числе. Перезвоним Геничу. Ну, а что ты далеко уходишь? Я здесь, я не ухожу, я здесь. Это он сейчас кому? Ежову сказал? Ты же далеко уходишь. Возможно, будет следующий, да. Возможно, будет следующий. На кого еще поспорить? Может, нет, на Ломаева? Нет, ты такой тоже молодец, хитрюля. А там, он не хитрюля? Когда мы с ним спорили на Сарвиле, он уже знал, что Сарвиле ушел. Такой лидер, конечно. Не, ну так или иначе, всех лидеров, к сожалению, в Самаре, рано или поздно, мне кажется, они должны уходить по логике вообще своего развития. Клуб-донор. Будем откровенны, кому-то, может быть, в Самаре это не нравится, но клуб-донор. И вообще, когда тренеры российской премьер-лиги смотрят эфиры, и будь то YouTube, будь то телевидение, это очень круто. Когда к нам тоже в гости приходил Сергей Овчинников, и он рассказал, что если лицензию только тебе давать, уже, в принципе, на А. То есть ты уже перекидывался вот эту ступень. Ты можешь идти сразу на А. С момента последнего выпуска Comment Social прошло 2 недели, у меня было предложение работать так, тренером. Опа! Теперь, откуда? Тренером, главным. Откуда? Да ладно. Да. ФНЛ? Нет. Медиалига? Да. Ну, давай, ладно, какую букву? Смотри, научился. Ну, примерно. Какой расклад будет сумм и цен? Смотри, включился, а, агент? Мне просто интересно.
Знаешь, как ты глухой, блин? Я же тебе говорю, не обсуждали. Кость, ты понимаешь, как ты заебываешь всех остальных? Игорь Витальевичу огромный респект. Спасибо, что смотрит Коммент-шоу. Всегда вы желанный гость у нас и по включениям по скайпу в Коммент-лайв. И мы ждем, когда вы придете непосредственно к нам в гости за наш очень гостеприимный стол. Что происходит? Кость, что, блядь, над нами все время издеваются по, они? Судя по телу. Кто это вообще? У нас физика Физика хуизика. Я матом не ругаюсь, как обещал, поэтому пусть Никитос. Вы, как люди, у которых есть жены, я думаю, с особым трепетом посмотрите это видео. Давай. Интересно. Я видел. Я уже знаю, что чем это закончится. Смотри, чему я научилась. Хотя я не видел. Оп. Я долго тренировалась. Да. Жизнь. Я знаю, что сейчас будет. Ну, смотри, сейчас бутылку просто закрывает. Остановит, она будет хуярить головой. Хуярить головой. Я матом не ругаюсь, как обещал. Не попадет. Давай попробуем. Так. На раз, два, три. А, ну на глаза закрыл. Раз, два, три. Это моя жена Катя. Угу. Ей 47 лет. Мы в браке 27 лет. И я до сих пор жду, когда она прекратит заниматься хуйней и приступит к своим прямым обязанностям жены. Ну, Кость, скажи, это истинное счастье, так и должно быть. Скажу тебе честно, когда я видел этот видос, я, правда, видел с другой парой, и помоложе пара была, я жене своей сказал. Мы можем проделать то же самое. Я почему-то даже не сомневаюсь. Я люблю, когда семейно что-то вот так снимают. Это круто. По распоряжению руководства мне пришлось переодеться. Представляете, как классная худи. Не, худи замечательная. Это коллаборация «Зенита» с «Винлайном». У «Винлайна» три партнера футбольных: «Спартак», «Краснодар» и «Зенит». И вот здесь, пожалуйста, все есть. Вот мне дали такую худи. Как будет готово худи «Спартака» и «Краснодара», я с удовольствием в них тоже появлюсь. Единственное, что расстраивает, что «Зенит» написано один раз. Так у меня еще на спине две татуировки. Кто хочет сказать? Татуировки у него. Да. «Зенит! Зенит!» Наши друзья из ВК продолжают нам присылать клипчики. ВК-клипы. Заходите, смотрите. Мы смотрим клипчики про... А вот как правильно? Дворовый или дворовой футбол? Я за дворовый. А ты? А я за настоящий. Так он и есть настоящий. Дворовый футбол — это самый настоящий. Да. Так, ну давай. Здорово, пацаны. Кто с какого города? Я с Москвы. Я с Краснодара. Оренбург на связи. А я с Питера. Давайте, может, в касание сыграем? Во что? В одно касание нужно забивать. Или если хотите с навеса, можем в палку рубануться. Погодите. Какие однокасания? Что такое вообще палки? Мы у нас в городе в американку рубимся. Американка? Ты с Краснодара или с Соединенных Штатов? У нас в Москве эта игра в навес называется. Пацаны, такое чувство, что мы вообще на разных языках говорим. У нас в Оренбурге играют только в яйцо. Чего? Яйцо? Вы еще позорнее название не могли придумать? Пацаны, яйцо — это еще не самое смешное, что я слышал. Кто-то говорил, что у них в городе игра называется «Три банана». Кто вообще эти названия придумывает? Я еще от кого-то слышал 11 душ. Но вот банки я еще слышал. А все, что вы говорите, вообще первый раз. Но знаете, пацаны, что объединяет эти все названия? Все мы с вами играем на жопу. И это точно. Ну что, может, рубанемся тогда? Как у вас называлась эта игра во дворе? У нас американка. Американка тоже. Да. Но то, что на жопу, да. Там практически до сих пор играют на жопу. Ни в коем случае нельзя говорить «я с Москвы». Это сразу выдает тебе провинциала. Никит, ты откуда? Ну, нельзя сказать «я с Ногинска». Я из Ногинска. Но я скажу «с Ногинска». Из Москвы. Я с Пскова, так не говорят. Или я с Ростова-на-Дону, Москвы. Поэтому здесь такая легенькая образовательная страничка. Я бы отметил потрясающую актерскую игру. Мне нравятся творческие ребята, которые не стесняются в кадре. Которые, во-первых, это с точки зрения монтажа не так-то просто. И я не знаю, кто-то ему помогал или он делает все сам, но каждую эмоцию надо отыграть. Где-то на тебя складывается как-то чуть-чуть по-другому. Словами, эмоцией, мимикой. Поэтому здесь браво, здесь лайк. А за «с Москвы» дизлайк. Че, погнали дальше. Так, давай, Паль. Здорово всем, пацаны. Опачки, Лех, ничего себе.
Новую форму, что ли, взял? Манчестер Юнайтед, брат. Да это ж паль сразу. Надо ему подогнать майку команды Watch. Это оригинальная форма МЮ. Че он на спорте стоит? Я что-то у Манчестер Юнайтед такую форму тебя туда приглашают? Никогда не видел. Нет. А за сколько брал? Да конечно. Это не игровая форма, это тренировочная. 7,5 тысяч отдал. 7,5? Блин, ну тогда точно оригинал. Три. О, друг, это ж ты у меня вчера на рынке футболку эту оранжевую брал. Че, как тебе? Я? Да не-не, вы меня, наверное, с кем-то путаете. Да ну как же путаю? Это ж ты у меня вчера скидку выбрал. Массовка. Массовка просто вообще нарисована. Тебе за 400 отдал. Даже здесь, видишь, в таком районе хорошее поле. Я сразу говорил, у меня это оригинала ничем не отличается. Да, конечно. У нас, блядь, у нас все поля нарисованы. Ты думаешь, у нас за спиной, не, что я... там, о, вот эти стеллажи, что ли? Не, нарисовано все. Там все поле, на... Кость. А? Там есть поле, оно нет, есть. Поле он... там. Юмор, включи чуть-чуть. Я понимаю, что он не на этом поле находится. Это ты мне рассказываешь, включи юмор? Ты это сейчас какая-то... машина, машина юмора, конечно. Нет, в этом и смысл, что я хочу что-то еще больше. Ты говоришь... занудство превращаешься, мой хороший. Ты говоришь человеку, включи юмор, у которого на груди написано «Зенит». Ты на кого попер? Есть какие-то претензии по этому ролику, может быть? Слушай, нет, вообще ни одной претензии. Филипп, браво, просто браво. Кость. Не Киркоров, конечно, но... Видишь, он в разных майках. У тебя самая первая майка какого клуба? Самая первая была Сампдория. Комментировал матч Сампдории и рассказывал эту историю. Мы выехали первый раз в Италию на заграничный турнир, так скажем. И я когда ее увидел, она паленая была, разумеется. Как сейчас помню, вот эти буквы ЕРГ... которые были. И она была такого супер-синего цвета. А у меня первая была Реал Мадрид. Тека тогда была. Причем я ее купил в Барселоне. То есть это самая первая. В Барселоне купил футболку Реал Мадрид. Как ни странно звучало. То есть ты сейчас работаешь в Спартаке, а болеешь за ЦСКА? Да, логика железная. Ну как? Ну ты был в Барселоне, купил майку Реала. Ну как? Я в Италии купил майку Сампдории. Это логично. Да признайся, что ты болеешь за ЦСКА тайно. Я болею за ЦСКА, я... не тайно. Явно, блядь. Каждый день. А знаешь, за какой ЦСКА болеешь? За баскетбольный. Потому что у них тоже партнер Винлайн. А-а-а. В клипах ВК собрано большое количество контента, и кроме футбола вы можете смотреть также одну из самых популярных подборок, друзья. Это спорт. Ищите ссылочку на подборку и клипы из программы в описании под этим роликом. Пришел подарочек от ВК и предлагаю сделать распаковку его прямо сейчас. Давайте. Ну давай, зеленый человек. ВК, спасибо большое. Смотрим. Смотрите, здесь 6 окошек. 6 же? Ой, какая крутая шапка. Люблю цифру 3. Ну это гель для волос, наверное, да? Зажги свечу. Забирай, Никит. Кокосом пахнет. А что это? Это вообще топ. Я не знаю, что это, но это классно. Да, гирлянда. О, бомба. Слушай, опять фиолетовый. Не уже какой. Это нанос, что ли? Да. Но это не нанос. Ну ладно. Куда? Куда, говорит? Блокнотик. Блокнотик? Блин, а я бы туда прогноз записывал. Ну ничего себе. Варежки сними. Это подарок от Юрия Павловича? Вообще, они рваные? Тут нам Ксюша подсказывает, что это два в парадный, один шоколадный. Смотрим, крестики-нолики. Сейчас мы будем играть в это. Они намазаны муссом каким-то. Ну вот сюда надо попасть. Ну не муссом, наверное, это какая-то паста. Ну как это? Шоколадная или... Шоколадная паста? А, не попал. Круто. That hurts. Ой, хитрец, это очень хорошо было. Да, да, да. А был близок, да, малыш к этому? К тому, чтобы закрыть. Красавчик. И вот сюда надо попадать. И теперь вот сюда надо. А, нет, он сюда. Или туда, или туда, кто выиграет. Да. Вы понимаете, что Костя достаточно вот, ну, только посмотреть, и он уже азартный. А что с ним будет сейчас, когда мы будем в это играть? Да ладно, да. Блин. Погнали. Раз, два, три. Сука. До свидания. Сука.
Нет, Кость. Мне сложно здесь сейчас. Ну! Ай, блин! Да! Да, бля! Вообще. Никит, не да, выиграл. Опа, первую, пожалуйста. Когда прыгали. А, точно. Слабо, Никит. Да. Зит! Зенит! Зит! Молодец. Гачи Мучи. Чтобы... Что это? Нагучев Мученик. Ну, я не знаю, что это. Гачи Мучи. Это что такое? Это кто? Нет, это Месси. А кто? Что за жопу Месси? Я... Да ладно. Ты не видел? Нет. Да ну нахрен. Ну такое, да, пиздец? Да ну нахрен. Друзья, да это, я уверен, что это да не миссия. Это, конечно, подстава. Несемся далее. Мы набрали отличный ход, прямо как Спартак по осени. Следующий видос у нас называется «Золотой квадрат». Что ты знаешь из определения со словом «золотой»? Мне почему-то в голове «золотая клетка» только. Секундочку, а что значит «золотая клетка», в которой я сижу? Ты про коммент-шоу? В том числе, в первую очередь. Сколько нет, коммент-шоу — это золотая клетка, да, сквозь которую на тебя капает золотой дождь Матч ТВ. Сука, это вообще не так. Но есть золотая лихорадка. Но главное, что тебе это нравится. Да, есть золот... золотая лихорадка, золотая так медаль, есть. Золотая осень, есть золотой граммофон. Вот. А есть золотой квадрат. Посмотрим, что такое золотой квадрат. Я, например, даже не одной мысли. А, это я видел. Ну, почему золотой? Он самый дорогой в мире. Ну, подожди, это Хакими, Месси, Неймар и Рамос. Да. Хакими гоняют здесь как-то. И Мбаппе. Мбаппе тут недавно пентатрик сделал. Ты знал, что такое пентатрик? 5 голов. Ну, он забил там второй или какой-то. Ну, в кубке он забил. Пентатрик, откуда ты знаешь, Никита, что такое пентатрик? Да, согласен. Где-то читал в спорте. В газете с петухом читал, да? В Спортэкспрессе. В газете с петухом, ну ладно. Но ее так Федотов называет. Я цитирую Игоря Федотова. Недавно мы обсуждали в Comment Live, был эксперимент и эксклюзив. Впервые в матче женских команд Спортинга и Бенфики арбитр показал белую карточку. У тебя были в карьере эпизоды, за которые можно было бы тебе дать белую карточку? Ну да, я вот «Зенит» рукой забил. Окончательный счет в поединке мог установить Павлюченко, но мяч после его удара попадает в штангу. Набегающий Баженов забивает, конечно, рукой, но Гончар гол засчитывает без раздумий. Кстати, да. Это крысиный поступок, это дальше будет. Да. У нас в каждом эфире есть крысиный поступок, и обязательно в нем появляется Никит. Ты как-то связывал я это? Я постоянно с этим все связывал. Не, ну хорошо, у тебя был какой-то позитивный, позитивный. Томи, помнишь, мы позитивный смотрели видео, классное? Как, нет, белый билет тебе, ой, белый билет, бля, белый, белую карточку тебе можно было дать за, а промах, белый, а бел... за промах в игре с Самарой. Белый билет мне невозможно дать, он у меня уже есть. Секс по телефону. Ну давайте, давайте, прежде чем мы начнем, мы исполним давнюю мечту Константина. Ебать! Так, Никита будет следующее видео смотреть один, а Костя будет пытаться сосредоточиться. Секс по телефону? Да. Смотрим. Костя, ты можешь рассказать, что у тебя там происходит пока что? Только что прервалась на какую-то английскую студию, но я вижу 5 девушек, 2 рыжие, 2 блондинки и 1 шатенка, все с хорошими формами. Мужик один лежит через Е. Кость, там все в порядке пока? Кость, ну мне нравится. Что, пытаются, ну, как, разминают игрока. Он пока лежит. Ну, при этом девчонки... Девчонки и себя разминают. Ну, расскажи про девчонок. Не забывают и о себе. У них такой хоровод идет химкинский. Они, да, они то держались за руки, то еще за что-то. Ты хочешь вот, ты смотри. Ж, нет, ты же просил, нет, чтобы посмотри. Тебе наконец-то порнуху поставили. Да, так-то она и есть. Еба. Мне очень нравятся очки. Ух ты, ёпт. Что там, задели тебя?
Но у меня в какой-то момент... Мы исполнили твою мечту. Все нормально. Галочку ставим. Не, галочку ставим. Светочку, Жанночку и еще какие там женские имена есть. Я потом читал про этого чувака, про пранкера. Он же подсоединил телефон, приклеил его к столу. Да, и очень красиво Линнекер в следующем эфире подколол эксперта и сказал, все, вот мы сегодня обсуждаем тур, мы обсуждаем там такие-то матчи. Телефон отключил? Да, молодец. А у тебя были какие-нибудь такие зашквары во время прямого эфира или какие-то курьезы? Мы комментировали с Васей чемпионат Испании вместе. Играла Малага с кем-то, и это было в преддверии Кубка Африки. Турнир проходил в Габоне. И Вася сказал, ну я даже не знаю, за кого болеть, возможно, там поболею за Камерун. Я говорю, а я буду, наверное, болеть за Гибон. Он говорит, Гибон, Константин, это обезьяна, а страна называется Габон. У меня был момент, вылетело из головы, абсолютно вылетело. Играл Лион с Реалом в Лиге чемпионов. И я что-то там решил понтануться, что вот тренер делает замену, делает ход, как шахматист. И интересно, какой там ход сделает сейчас его оппонент. И вот ждем следующего. И я забыл слово «шахматист». И у меня вылетело шахматер. Ну, классно. Шахматер, очень. И как шахматер, вот такое было. Ответка бывший. Ты с бывшими общаешься? Да. Сколько у тебя их? Ты когда первый раз женился? Ой, ну это давно было. Мне 22 было. В 22. До 22 сколько у тебя? Пару девушек было. Пару девушек? Это в школе. С ними до сих пор не общаешься? Не, ну там в 9 классе. В перерыве между бывшей женой первой и вот нынешней сколько времени было? Ну, год три, наверное. Сколько за это время было? На допросе. Дайте, пожалуйста, это в Москву. Но их было больше, чем там? На видео. Их было больше, чем на видео? Это хорошо. Больше. Ходок. Нет, ты лучше, Никит. Я тебе аплодирую стоя. В кадре было 5. Нет, это из того, что я видел. Не-не-не, меньше. Да шутка, шутка. 5. Не, Никитос, молодец. Мне кажется, это были лучшие, да, твои 3 года в жизни. Да, Кость. Давайте. Следующий видосик. А, ну, это шикарный видос. Это, конечно, панчи между Шакирой и Пике. Потрясающе, как она спела песню, и Пике это отыгрывает с часами. И вот здесь отыграл с маленькой машиной. Что ты променял Феррари на Рено Твинго. Да. Он взял специально в аренду эту машину. Он сам вообще одной красавец. Мне очень нравится, когда у людей вот есть такое чувство самоиронии. Арес Паок офигенно в любом виде. И с курицей. О, класс. Бомба! Блин, супер. На такой баскетбол я обходил. Слушай, а потом вот эти мальчики, которые все убирают, да? Ты видишь, матч, это был стартовый свисток, и матч сразу же остановили, да. Потому что убрать надо. Представляешь, да. Они не успели начать даже. Да, они уже все стояли. А ты видел, какая была феноменальная атмосфера, просто потрясающая. Вот нас говорят, нельзя фаеры жечь, нельзя... Голландская. Да, когда Фейнорд играл с Аяксом. Ну супер же. И voelt het. Je ziet het. Je ruikt het. Dit is de grootste sportrivaliteit die ons land rijk is. Никита, мы дошли. Нет, добежали. Доехали. Мой любимый. Долетели, наконец-то. Крысиный поступок, и в скобочках написано. Никита, прости. Бажена. Смотрим. Ну, зачем ты так, Никит? Я видел у тебя такое пальто. Да. Зачем я так? Сейчас сам не знаю. И побежал. И побежал. Нашкодил и побежал. Ну, его, конечно, а его... А он закрылся. Слушай, ты еще парик надел? Да. А, вот он. Да, как вы понимаете, его довольно быстро нашли. Его вычислили, да. Пожизненно дисквалифицировали. Ну, красиво кличут, зря ты. А как? Нас сразу в голову. Нас навсегда. Ну, зачем? Помните, «Зенит-Динамо», да, был, когда чувак выбежал и ударил граната? Вот этот человек! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы помним, как Дима Дерунец ударил болельщика. Спартака. Было такое, Спартак, да. Спартак Динамо. Ну, там болельщик Спартака тоже некрасиво. Ну, может, граната тоже прилетела нормально. Там он махал направо-налево этот бешеный.
А ты с правой бьешь или с левой? Я вообще не делаю. Только не показывай на мне. Подожди, когда последний раз дрался, Никит? Ну, было. Ну, когда ну хорошо, 10 лет назад? Лет 10 лет назад. А, Кость, ты? А ты? Лет, наверное... Нет, подожди, лет 5-6 назад, наверное. Вечеринка футбольного клуба Василия Уткина в заведении Джон Дон на Таганке. Ага. Вот. Короче говоря, я выхожу, а там как? У Васи были второй и третий этаж. Кто там был, знает. Первый этаж, то есть просто посетители туда приходили. И я когда выходил уже, когда такси мое приехало, какие-то молодые перцы меня с кем-то перепутали. И значит, боковали. Я уже вышел, я не обращал на них внимания, вышел на улицу, они, знаешь, за мной, и один из самых таких пьянок вообще в усмерти активных начал что-то там домогаться. Как-то таковой драки-то не было. А, ну просто потолкались. Ну, так, ударили несколько раз друг друга. И все. Когда приготовил подарок Баринову, а он не приехал, у тебя есть догадки, что это может быть за видео? Я так думаю, что если написано, когда приготовил подарок Баринову, а он не приехал, это что-то связанное с Бешикташем, что-то связанное с Турцией. Давай посмотрим. Ну, Бешикташ, Турция, да, Кастет. Я бы никогда не догадался, кстати. Да. А, ну там бросали. Анкаргюджу играли. Эльвин Керимов бы у него сейчас от зубов бы отскакивал. Анкаргюджу играет и 13 место занимает сейчас. У них проблемы у Туфана, потому что в середине поля сломался Кызыл Ордер. Ну, типа, да. Эльвин говорит на своем языке. Что самое экзотическое прилетало на поле во время того, как вы играли. Кидали... Бюстгальтер, я помню, бросали в Томске. Тебя? Ну, просто на поле. Я что-то это вообще первый раз слышу и вижу, чтобы кидали кастет. Это, блядь, что-то нонсенс какой-то. Ты видел, чтобы кастет? Не, ну, во-первых, как пронес кастет, я не знаю, в каком месте он его пронес. Нет, турки же их там обыскивают. Турки умеют проносить, мне кажется. Обыскивают в Турции очень серьезно. Там ботинки заставляют снимать, смотрят там подошву. Все да, это. Там все смотрят, да. Все там залезают вообще в каждую... каждую нишу твоей, да, твоей души, ну, и твоего тела. Петуха кидали. Но, слушай, в Испании кидали, или в Италии петуха, да, было дело. Да. Кидали, знаешь, мы ставим видел? Видео сюда просто, да. Да, ты видел? Нет, в Воронеже не видел, как Александру Витальевичу кинули петуха. Не серьезно. Григоряну. Ты не видел? А, все, да, Григоряну, ты чего? Помню, в Италии прилетел мопед. Как его пронесли на трибуны? Ну, это бред. Я тебе клянусь. Серьезно. Было это такое. Это да. Странно очень. Ну, бананы бросали, помнишь? Фрукты, овощи. Стакан с мочой бросить. Да вы что? Блин. Давайте остановимся. И он долетел. Мы подбираемся к финишу, к восклицательному знаку. Почему долбоящер дня. Смотрим. Давайте смотреть долбоящер дня. Блин, ну вот самый прикол, вот просто на будущее было бы круто, если бы он туда прыгнул, да, и отпрыгнул бы обратно. Но я не могу его назвать долбоящером, потому что рефлекторно многие бы на его месте прыгнули за мячом. Ты бы тоже? Ну, вряд ли. А если бы, например, ты поспорил с кем-нибудь? Да это все равно, что я не знаю, ты... Кстати. Да, рефлекс. Ну, просто вот он видит мяч, да, ему хочется этот мяч, он прыгает и даже не думает, что там. А там ничего. Тут недавно, я же готовлюсь к эфирам, и, да, и смотрю многие видеоролики, там, просматриваю, ВК-клипы обязательно захожу, смотрю. Я посмотрел недавно ролик с легкой атлетики. Был забег на 100 метров. И выиграл чувак. А ты же знаешь, они когда пробегают... Там стена, да? Там должна быть стена и такие маты. Да, то есть должен в маты ударяться, ну, чтобы самортизировало и остановиться. И чувак, который выиграл, он бежал к мату, хотел прыгнуть в мат, а между матом и дорожкой было вот такое расстояние. И он туда, пзинь, смотри, вот он бежит, видишь? Ой, бля! А, он еще и лицом да, туда. Да, все остальные, видишь? И такой зазор. Испанцы. Итальянцы сразу побежали за мячом. А испанцы зачем это сделали? Ну остановись, куда ты? Ну скорость, видишь, уже сбрасывай скорость. Знаете, какой будет самый залайканный комментарий под этим выпуском?
Зашел послушать интеграции, они за свои видео ебаные смотрят. Пользователи Миндлайн. Друзья, ставим лайк, пишем комментарии. Скоро увидимся, через две недели, да, снова? Нет. 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 Потому что... Менеджер по арендованным игрокам уезжает надолго. Да, а Константин Генич едет. Менеджер уезжает по арендованным игрокам в Турцию смотреть за своими игроками, а Константин едет комментировать в Эмираты. Зимний кубок Винлайн обязательно не пропустите. Кто победит? Все? Победит? Сильнейший. Спартак. Отлично. Прикрыл бы хотя бы. Что и требовалось. Да. Все, спасибо, ребят, большое.